Почему социальная сфера так важна для прокуратуры? Какие нарушения допускаются государственными органами, учреждениями и организациями в сфере социального и пенсионного обеспечения? Какие оказываются меры поддержки семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации? Смотрите программу «Прокурор в теме» 29 ноября, 18:15. Гость в студии Александр Левыкин, прокурор Октябрьского района городского округа Самара, советник юстиции.